Ярким и незабываемым шоу запомнился праздничный день жителям района Алтай, приглашенным на торжественное мероприятие в честь важнейшей даты в календаре Казахстана – Дня независимости. Со сцены прозвучало множество теплых слов и поздравлений в адрес тех, кто, не покладая рук, трудится на благо родной земли и строит сообща независимый Казахстан. Подробности у моих коллег. Страна держится на истинных патриотах, которые не на словах, а на деле доказывают, что способны на настоящие трудовые подвиги ради развития родной страны. В районе Алтай таких жителей большинство. Это доказывает тот факт, что здесь в течение трех десятков лет успешно и эффективно развиваются все отрасли экономики. А все благодаря настоящим энтузиастам, притворяющим в жизнь самые смелые мечты. Все положительные результаты работы за прошедшие годы независимости стали возможны благодаря тому, что во всех сферах производства, в любой отрасли, трудились и трудятся замечательные люди, живущие в нашем районе. Уважаемые участники торжественного собрания, примите искренние поздравления с Днем независимости Республики Казахстан. Каждый из тех, кто поднялся на сцену, чтобы получить из рук акима почетные награды в честь Дня независимости, поистине гордится тем, что ему выпала честь работать на благо развития родного района. Это учителя, врачи, работники производств, аграрии, бескорыстные и искренне отдающиеся своему делу. Сегодня получила благодарственное письмо от нашего президента. Будем работать, будем стараться. Впереди у нас еще много реформ, которые мы обязательно должны поддержать вместе с новым Казахстаном. Спасибо всем и поздравляю с праздником независимости. Хочу всех поздравить с наступающим праздником, самым главным праздником, Днем независимости Республики Казахстан. И хочу всем пожелать крепкого здоровья, благополучия, терпения, чтобы все у всех всегда было только хорошо. Об этих людях можно многое рассказать. Ведь история каждого – это целая летопись жизни родного города, района, страны. И даже будучи на заслуженном отдыхе, они продолжают делиться бесценным опытом с младшим поколением. Сегодня у нас был праздник очень интересный. Радостно, что наш независимый Казахстан двигается вперед. Ну, понятно, мы как граждане Казахстана независимые будем помогать двигаться вперед в лучшую, так сказать, сторону. У меня очень большой опыт туристских походов, фотографий, каменных дел. Ну, я на сегодня пытаюсь, так сказать, каким-то образом для молодых наших сограждан довести или отдать опыт свой, каких-то достижений, которые были у меня. День независимости – это всегда некий рубеж. Важная веха в потоке истории, и к следующей дате наша страна подойдет с еще большими достижениями. В этом не стоит сомневаться, ведь на ее благо работают самые искренние патриоты. Лейла Слямбекова, Анна Мацепула, Алтай Ахпарат.